Так, ну что, господа, мы продолжаем с вами проходить Assassin's Creed Mirage. Будем дальше кайфовать, говорить ассалам алейкум, иншаллах и прочее. В прошлой части мы с вами... Что за прикольчики? А, вот, типа после запуска такой. Я выйду в меню. Мы остановились на том, что мы приехали в Багдад. Багдад, который очень любит лагат. Что это? Что такое здесь? Я могу слезть с верблюда? Слезь! С верблюда, пожалуйста. То есть, я пока не доеду, ничего тут не смогу сделать. Или как? Как с него слезть? Пробел. Ctrl, может? Shift. Q, E, G, F. Прицелиться, ударить. Тап. Нет, не тап. Так, я поменял настройки DLSS, и что-то мне не нравится как-то. По-моему, он был поприятней маленечко. Поставим 60 кадров снова вот так вот. Да, так было интереснее. Да? Да ведь? Да? Все равно на ютубчик все записывается в 60 кадров. Так, а что за слоу-мо у нас пошло? Это просто верблюд медленный. Я зажимаю E, R. Ёпрасоте. Ну как ты его управлять? Ты водоплавающий. Ну давайте доедем тогда уж. Он нагнулся. Кузнечная мастерская. Так, мы приехали. Я могу слезть? Призвать Энкиду. Что такое? О май гад. Мне прикольно. Я теперь могу птичкой летать. Что это такое здесь? А что надо делать? Просто можно летать? Давайте полетаем. Найдите контору. Вот контора. Я нашел ее. Нет, не здесь что ли? Вот оно. Так, а как мне выйти? Есть ускорение. Или я теперь за орла играю? Ага, отлично. Мы вышли. А что если на самом деле я просто туплю и с верблюда все-таки можно слезть? Но мне же надо туда пройти. Чувак, слушай, можешь меня ударить, пожалуйста? Ударь меня. Сделай так, чтоб я слез. Ну, я упал. Ладно. Игра настаивает, чтоб мы покатались на этом верблюшке. Так, ты пройдешь тут, нет? Как это бы управлять? 1, 2, 3, Q, Z, X. Линия зрения. Зажать может быть E. Ctrl, Tab. Ну
Либо я пафосно должен подъехать к нему на верблюде. Да ну нафиг, ты тут проехать не можешь. Вот кажется, ты хочешь кушать. Да, правильно, хватит бездельничать, давай слезай, задрал уже. Рафан, Кунжут, как слезть с него? Я же на букву Е сел, на верблюда. Я теперь до конца игры буду на нем, походу, кататься. Капс? Не капс? Тап — это карта. Ладно, я сдаюсь, давайте посмотрим настройки. Управление. Перемещение следует по дороге, автодвижение. Ага. Идти. Фокус камер. Да, действия в игре. Основные действия. Е. Свистеть. Призвать скакуна. X. Да ладно. Вот же, блин. На Е сесть, а чтобы слезть с него, короче, надо зажать С. Вот, блин. Я теперь еще и скакуна могу призывать. Так, четко. Его точно надо плотвой назвать. Так, нам сюда. Очень напоминает то, как было в первой части. Там тоже в такие места, типа, мы спускались и чилили там. Там есть сокровище. Задание подождет. Так, забрать добычу. Что-нибудь еще? А нет, больше ничего нет. Какие-то типы знакомые, да? Если они синие, значит, они уже добрые. Так, дверь на засове. Давайте уберем засов с двери, чтобы потом можно было выйти здесь. Так, ну, синие — это союзники. Иля, что за хата? Так вот, как выглядит контора незримых. Я ожидал увидеть лачугу. Некоторые конторы есть лачуги, а другие украшены золотом. Где бы мы ни обосновывались, о нашем присутствии никто не должен знать. Как же девки? Здесь точно никто об этом не знает. Нашли что-нибудь? Ничего, чтобы дало нам понять, где сейчас Али. Однако мы узнали, что Нур общался с человеком по имени Беши. Беши. Мне знакомо это имя. Беши — один из ближайших союзников Али среди повстанцев. Он трудится на пристанях верхнего порта. Поищи его там. Может быть, ему есть что рассказать об исчезновении Али. Я кое-что нашел. Похоже, Нур составил карту этого квартала и отметил ремесленные мастерские в северной части. Что там? Сторонники повстанцев. Если Нур бывал там, стоит узнать почему. Understood. Слабая зацепка, но с этого можно начать. Мы с Фуладхом посмотрим, что еще можно найти. Будь осторожен. Тап открыть меню расследования. Меню расследования отображается ваш прогресс в раскрытии дел. Значок, вот этот значок, подсказывает, что в меню появился новые сведения. Открытие новых дел. Чтобы открыть новое дело в рамках расследования, нужно искать зацепки, бывая в разных местах и помогая людям. Осматривайте найденные предметы, чтобы получить дополнительные сведения, которые могут пригодиться в расследовании. Дело, которое вы отслеживаете, отображается на карте, на компасе и в журнале заданий. По мере продвижения в расследовании будет развиваться история Васима. Расследование? Мы что, Галаноэр играем? Али ибн Мухаммад, глава повстанцев и союзник незримых. В зацепке. Мы подозреваем, что за исчезновением Али стоит орден.
Беши. Один из предводителей повстанцев, который обосновался в Верхнем Порту. Найдите Беши. Беши обосновался в Верхнем Порту. Зацепка не найдена. Отслеживать. Контора в Харбии. Наш первый штаб Багдаде. Ладушки. На ладушки. Посмотрим. Открыто несколько дел. Что мы открыли? Неясно. Так, ну хорошо, давайте глянем, что тут у нас есть интересного. У тебя что, какое-то задание ко мне? Почему ты бронзовый? Уж наверху есть какой-то клад. Ты синий вообще. Почему она бронзовая? Магазин Анимус. Да, господи, боже мой. Что ж вы такие жадные до денег стали, Ubisoft? Что тут у нас? Кодекс дополнен. Я бы и там его тоже дополнил, но я не знал, как слезть с этого сраного верблюда. Так. По дому бегать нельзя. Ну, с одной стороны это плюс, с другой стороны это минус. Я вижу, через 71 метр будет какая-то вышка. Это она? Нет? А, о, вот она. Как в старые добрые. Прыжок веры и сканирование местности. Хотя не знаю, зачем ему сканирование местности, если он может видеть глазами орла. Ну, ладно, это уже их причуды. Ну, так-то на самом деле графончик приятненький. Тени, вот песочек там, птички. А, птицы вообще не меняются, как были в первой части, так и остались. Давай, синхронизация. Массивно, массивный город. Большой. Я хочу маленько подраться с охранниками. Чё у нас тут? Что-то там, что-то было найдено. А, навыки. Я могу новый навык добавить? А, очко появилось. Первооткрыватель. Око Энкиду подсвечивает. Так. Ответный удар. После успешного парирования нажмите Е, чтобы ударить противника, чей удар был отбит. Ну, это мы по-любому качаем. А то особо никакой контратаки нет. Так, а теперь пойдем опробуем это дело. Ну чё, где вы? Надо перетереть пару вопросиков. Так, охранник. О, вот они мои сладенькие. Салям алейкум. Давай. Ну давай. Давай. А, это был сильный удар. Давай. Оп. Контратака. Чё, у них даже ничего нету, что ли? Так, уменьшение известности можно сделать при помощи сдирания плакатов. Ну, то есть, в общем-то, все как раньше. О, какие-то типы. Чё вы тут? Чё забыли? Kill someone! Нормас. Чё ты? Чё ты хочешь? Давай, подеремся. А, это пинок. И можно сразу убить. Кайфово. Не, мне нравится. Не, нормальная система боевки. Она стала поинтереснее. Как-то более обширная, что ли. Не такая упрощенная. Ух ты, давай. Это что за самурай?
Опа-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 па. Давай. Кажется, нам звездец. Я... Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Что-то я переоценил свои способности. Я надеюсь, тут есть какое-нибудь автосохранение. Да ведь? Здесь же есть какое-нибудь автосохранение. Да. Отлично. Где ты, падла? Я хочу с тобой еще раз зарубиться. Я настаиваю на реванш. Ты должен быть где-то здесь. Какой-то лютый тип попался. Он с двумя мечами так. Хычик. А как же скрытное убийство? Все по классике. Падают не сразу. Так, меня кто-то ищет. Это тот самурай? Нет? Нет? Плакаты разыскиваются. Мастерская красильщик. А где плакатик? Так, здесь у нас дверь закрыта на засов. Вот здесь. Туда можно как-нибудь пробраться. Так. Вот где-нибудь здесь. Так, оп. Оп. Не, ну... Чё, где вход-то? А... Я опять не вижу. Чё ты орёшь? Ну, это я, да. Чё за люди такие злые тут? То есть, если ты убиваешь стражников, то ты сразу же это... Тебя сдают все? Вообще-то это обидно. Чё такое? Давай. Так, тренируемся. Оп. Почему я нажимаю Alt, а он не работает? И... Так, надо где-то найти еду и похавать, короче. Потому что, ну, так дело не пойдет. У нас здоровье само по себе не хочет восстанавливаться. Ой, это тот самый страшный тип. А я нашел еду. Теперь моя любимая еда — вода. Так, спустись ты. Я ж тебе нажимаю C, ну что ты? Так, понятно. С одной хавки мы не восполним здоровье. А это что такое? Эта штука выглядит так, как будто бы из нее можно запулиться самому. Прикольно будет, если появится такой способ перемещения. Выстреливать самим собой, как пушечным ядром. Так. Раньше, когда здоровье было дохера, типа, постоянно попадалась еда какая-то. Сейчас ее нет. Что-то подозрительное. Так, ну сейчас мы, короче, спустимся вниз. Кажется, я там видел что-то съедобное. Так. О! Это база.
Так, здесь еда. Еда? Нет? Да что такое-то? Вот серьезно, просто как будто вся еда пропала с карт. Ну блин, давай спускайся. Не, управление говно. Так. Нахожу все, что угодно, но только не еду. Смешаться с толпой. Ну-ка, давайте смешаемся. С этими? Нет? Это тот самый самурай. Я побежал. Пошел ты. Ты меня уже навалял один раз. Я не куплюсь на эту фигню. Я еще не такой проскилловый, чтобы с тобой воевать. Так. Так, 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 так. Он за мной? Он меня видит вообще? О! Для ХП мало, чтобы с ним воевать. Он вообще какой-то лютый, он прям быстрый. Давай, где ты? Давай, прыгай сюда. Догони. Оп. Главное, камнями не кидайся, пожалуйста. А, он кидается ножичками. Давай. Оп. Достань меня отсюда. Все, я в домике. Интересно, я смогу так от него скрыться? Так нечестно. Залезай сюда. И ушел. Давай, он меня потеряет из виду. Так, он меня видит почему. У меня же есть клинки. Ну чё ты, блин? У меня и так мало хп. Отстань. Опа. Давай, давай. Он вылечился. Он вылечился только что. И потом меня добил. Что-то он прям вообще лютый тип. То есть в прошлой игре можно было на изи всем раздавать. А здесь как-то не раздается всем на изи. Ну ладно. Давайте, хватит страдать фигней. Пойдем с вами на задание. Через 100 метров будет какой-то сундучок. Так, где-то здесь. Кузнечная мастерская. Так я ж тут был. Кто это? Почему он синий? Мердерер. Yes, boy. Girl. I'm a murderer. Запретная область. Стопы, а чё тут? Что тут запретного? Даже интересно стало. Иди сюда. Сейчас я тебя затащу в сток сена. Это же тот самый самурай. Эй, я не могу его что ли убить? Пошел ты! Пошел ты! Ладно, давайте, сразимся с ним. Давай. Давай, давай.
Ух ты! Как он это делает? Я вообще просто в шоке. Одно что тренировочки, обучение было, там вся фигня, вот это вот. Кого вы лечите? Не было никаких тренировок и обучения. Как был днищем, так и остался. Да. Ну, кстати, где плакаты вообще эти можно найти? Оу. Какая-то еда как будто бы есть. Заберем добычу. Пункт возьмем. Там что-то закрыто есть. Не вижу ни одного плаката. Это странно как. Просто раньше они подсвечивались, прям на глаза попадались. То есть ты их мог... Ну это... Стянуть со стены. Сейчас, сейчас. Дервиш. Дервиш. Басим. Басим. Азизи. Азизи, мой мальчик. Я думал, ты погиб. А я боялся за тебя. Что ты здесь делаешь? Ты... Твои одежды... Ты теперь один из них? Как? Я незримый. Рошан моя наставница. Прости, столько всего сразу. Не найдя тебя среди мертвых, я надеялся, что ты сумел как-то спастись. Много ночей я молился за твою жизнь, молился о твоем спасении. Сегодня Аллах ответил мне. Я не стою твоих молитв. То, что случилось в той ночи, не твоих рук дело. Это деяние дурных людей. Ты это знаешь. Вот почему ты выбрал эту дорогу. Вот почему я нашел путь в Багдад. Багдад. Али ибн Мухаммад опрометчив и мнит себя великим героем из пророчеств. Я терпеть его не могу. Но у нас общий враг. Мой долг помочь его уничтожить, иначе моя душа не обрести покоя. Значит, это правда. Ты и есть тот торговец-повстанец, который помогал Нуру. Что с ним стало? Он едва жив, но в безопасности среди наших людей. Я должен продолжить его труды и выследить тех, кто угнетает жителей Багдада. Али помогал Нуру подобраться к одному такому человеку, но, как ты знаешь, недавно он исчез. Он не исчез. Он был схвачен, как и многие другие повстанцы в последнее время. Ты знаешь, где его держат? Его отвели за заставу стражи Харанских ворот. Но это было много недель назад. Ты даже уходишь, как они. Я был рад снова видеть тебя. Будь осторожен. У тебя, быть может, есть теперь учителя получше, но прости мне мою старческую изобретательность. Кстати, Басим, если вдруг захочется стащить что-нибудь, заходи ко мне. Твоя помощь мне пригодится, разумеется. Во имя благого дела. Что за висюльки у него на капюшоне, блин? Занятие артефакты дервиша. Ага. Прочитать. Предложение совершить правосудие. Дервиш, я слышал о несчастье, о котором ты написал. Сожалею, что погибли те, кто был так дорог тебе. Но если медлить и предаваться скорби, ничего не изменится. Те, в чьих руках власть, процветают благодаря бездействию слабых. Мы же принадлежим к числу сильных, которые идут вперед. Могу ли я считать тебя одним из нас? Али ибн Мухаммад. Как тут быстро появляются очки навыков. Ну, давайте. Так, что это у нас? Ловкое приземление. Приземляйтесь больше высоты, Басим. Ага. Долгое сосредоточение ассасина. Добавляет звено к шкале сосредоточения ассасина. Мешочек для эликсиров. Подсвечивает ключи и важные возможности. Например, сундуки, которые, кроме того, скрытые проходы, становятся проще обнаружить.
Давайте, давайте откроем. Что у нас по кодексу? Это типа... А, ну тут типа почитать можно, да? Расследование. Выяснить, где находится Али. Зацепка не найдена. Верните предметы в лавку Дервиша. В смысле, зацепка не найдена? То есть я типа это все выполнил, но я не нашел какую-то зацепку. Неоконченное письмо. Сестра, боюсь, немыслимое несчастье необратимо сломило меня. День за днем мои мысли возвращаются к смерти тех, кого я должен был защищать. Не глупо ли было думать, что я вообще смогу защитить их? Не глупо ли по-прежнему верить, что в мире возможна справедливость? Но, быть может, мне необходимо в это верить и участвовать в ее восстановлении. Вот почему я принял решение носить красную ленту. Какие зацепки? Эй! Эй! Как это называется? Где эти зацепошки? Куда они... О, это плакат? Так, может они еще где-то есть? Не, ну по-любому придется заново учиться драться. Давайте по стелсу. Это быстрое убийство, а если я зажму shift? Или это? Ну, ладно. Так, только не падай вперед. Прошу тебя. Ну ладно, хоть не на землю. Уже хорошо. Ну-ка. Блин, сено разлетается, но оно не застревает в одежде. Это странно. Если я буду перемещаться так, то меня, в принципе, никто не увидит. Правильно? Что это тут? Что это такое? Это нож? Полный боезапас. Интересно. Так, Европа. Перо павлина. А какая-то как будто бы еда будет? Или нам еда не нужна уже? Ой, так, там стоит какой-то чувак, что-то базарит. О чем рассказываешь, сударь? Обнулить известность. Прикольно. Не, я, пожалуй, с плакатиками разберусь. Так, кто-то меня увидел там сзади? Все еще палит на меня. Надо пошустрее как-то свалить. Ток, ты можешь спрыгнуть? Да, порой управление прям тугое. Прям весьма. С моментами хочется как бы слезть. А он такой, я не буду слезать. Что за враги в доспехах? Так, надо хотя бы одного тут это. Так, ладно. Отлично. Этого мы грохнули, того грохнули. Хорошо. Не, с этими как бы легко справляешься. А вот те, которые вот там снизу тусят, вот они прям жесткие. Что надо сделать? А, спуститься вон к этой штучке. А как туда залезть? Где-то должен быть красивый вход, значит. Я вижу вход, но не уверен, что он рабочий. Да. Был бы наш ассасин форточником, он бы туда залез вообще на изи. Так, их тут много, да? Если применять быстрое убийство, то только вот на этого.
Давайте его завалим. Он какой-то стрёмный. Остальных можно так порешать. Да, блин. О! Да, блядь, не тот. Не тот. Давай. Я нажимал Q. Все, нахрен, бежим. Да, убежали. Шикарное управление. Лучшая игра в мире. Это лучшая игра. Лучше вообще не придумаешь. Так, я сейчас просто из принципа попытаюсь туда заскочить к ним и всех угрохать. Так, что-то я, по-моему, далеко еще от того места. Как-то по заданиям вообще все сумбурно получается. Ну, не особо понятно, что нужно делать. Я сейчас прям просто сходу. Вот. Давай. О! Сорян. Вылетел. Чутка. Нихера у него копье длинное. Тут, кстати, противники, они не так, как раньше. Раньше они по очереди атаковали. А тут прям разом могут. Так, минус один. Хорошо, давай. Главное вовремя Q нажимать. О, аж использовать эликсир. Классно. Так, он носит доспехи, его спина уязвима. Хорошо. То есть его только со спины атаковать, да? Давай. Не, в принципе, с ним не очень тяжело. Нормально. Жаль, что отсутствует отрубание конечностей. Было бы прикольно. Так. У них что-то было. Что-то было. Не, в целом, если освоиться, то нормально. Единственное, обидно, что я эликсир потратил, и теперь хер знает, где его найти. Вот. Так, а по заданию что нам нужно сделать? Нам необходимо украсть вот ту штучку. Опять у них вход изнутри сделан, да? Где-то здесь, скорее всего. Так, полный боезапас. Ножички нам не нужны. Берем засов. Со стены. Так, а вот и оно. Меч восставшего Зинджа. Записки об оружии. Амайер, друг мой, похоже, новые клинки недостаточно хороши. Понятно. Хорошо. Так, ну надо поглядеть, может, что еще интересное есть. Так, ну вот как минимум. Вы что, опять меня узнали, что ли? Да ёпарасоте, блин. Надо плакатики почаще срывать.
Как-то они их развешивают в совсем не видные людные места. Либо я еще не привык. Не смотри. Это не я. Это просто чувак, который очень похож на меня. Так, это кто? Так, что-то я стырил. Артефакты дервиша. Так, я вижу плакат. Надо его сорвать. Да, так-то лучше. О, слушайте, мы, кажется, очистили свою совесть, и больше за нами никто не гоняется. Можно спокойно ходить по улице. И не прятаться. С одной стороны хорошо, с другой стороны... Вау! Какая прикольная карта. Так, точка обзора синхронизирована. Это что такое? Контора на Харби. Братья Банумасу. Кузнец, торговцы, портной, Мунади. Загадка. Пойдемте на загадку. Давайте. Где у нас загадка? Так, 130 метров. Казалось бы. Не так уж и далеко. И в целом наш товарищ быстро бегает. Ну вот мы идем. Залезаем. И мы уже увеличиваем расстояние, которое нам придется пройти. А здесь будет крюк-кошка? А джетпак? А этот еще? Что-нибудь там, не знаю. Костюм белки летяги? Так, что здесь? Загадка в 5 метрах. Загадка от Джака Фреско. Я не понял. А где загадка? Типа то, что мне надо зайти вовнутрь туда или что? Это здесь загадка лежит? Ты спишь? Вау! Сокровище, загадка. Угу. Классно. Так, давайте откроем эти дверцы. Каждая загадка включает что-то там в себя. Я не успел прочитать. Но, видимо, не особо важно это. Так, 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 так. Так. А куда дальше-то идти? А, тут не загадка, а зацепка не найдена. Блин, меня теперь это угнетает, что я зацепку не нашел. Очень жаль. Костюмы, персонализация. Костюм у нас пока один. Мечей у нас два. Урон 50. Урон 60. Ослабление защиты 50. Так, это надо пока подумать. Секундочку.
Я вернулся. Надо было водички попить, а то так много болтать. В горле пересыхает. Так, ну смотрите, короче. Меч восставшего Зинджа бьет сильнее, избежав удара. То есть, после идеального ответного уворота, следующая атака наносит плюс 50% урона. Здесь, после успешного парирования, следующая атака наносит плюс 50 урона. Интересно. То есть у этого 50 на 50. А у этого 60 на 35. Ну, короче, наверное, я оставлю пока свой. Хотя этот выглядит неплохо. Но этот эпичней. Чем-то веет духом, короче, принц Персии. А, вот давайте попробуем здесь зацепку найти. Про какую зацепку идет речь, мне абсолютно не ясно. Так, мы сейчас отслеживаем то самое задание. Оно находится в 200 метрах отсюда. Здесь мы все забрали. Блин, хотелось бы увеличить обзор. Как будто бы не хватает, что ли, обзорности. Интерфейс. Фон интерфейса выключен. Угу. Ну, короче, это не здесь. Может, в геймплее, дрожание экрана. Кровь включена. Гарантированная карманная кража. Сложность. Помощь в прицеливании. Да нафиг она не нужна. Я ж не на консоли. Ну ладно, так. Ну, в графике, я помню, такого не было. Че такое? Че это мне показал только что? Средний, минимальный, максимальный. Последние 30 секунд игры. А, да? Хера у меня колеблется. Количество кадров в секунду. Ну, самое главное, что, кстати, это не ощущается. Да, и вертикалку я все-таки включил бы. Странно, что она у меня слетела. Вот. Ну ладно, поехали дальше. Так. Попробуем найти зацепку. Я, правда, понятия не имею, что за зацепка, где она должна быть и с чем ее едят. Может быть, рядом что-то находится. Интересное. С кем-то поговорить надо, кого-то увидеть. Разыщите повстанцев. Вот опять. Еда есть. Здоровье полное. Чутка потеряю здоровье и все. И еды опять не будет поблизости. Так, интересно. Возможно, повстанцы прячутся в этом колодце. Поговорить я с ними не могу. А как бы можно было бы там маленько зону поиска обозначить? Нет? Нельзя? Никак? Найдите беши. Ну, может, тут реально какие-то зацепки есть. Или давайте этого орленка отправим. Так, как его там, на Б? Давай, осмотримся. Где-то здесь. Так, ну, вроде нашли. Давайте поближе туда слетаем. Вот у орла прикольно сделан. Когда ускоряешься, у него увеличивается масштаб. Посмотрим. Так, стоп, что? Что там?
Че это значит? А, ну это... А вот и оно. Так, хорошо. Выходим. А где зацепочка-то? Или зацепка это и есть вот эта белая точка? Так. Надо посмотреть, короче, что это такое. Может, это зацепка? Или это просто контрольная точка? Так, ну, как будто бы это место отметилось. Короче, давайте пойдем не сразу на желтую, а сходим сперва туда. Потому что, ну, хотелось бы проходить максимально игрулю. От и до. Исследуя все уголочки. Че, я зря на нее, что ли, 5,5 потратил? Зараза, за... Получается, лет... Ну, сколько там? Лет 14... Может, за лет 10 игра подорожала в 10 раз. И при том, если тогда я покупал диск физически, то сейчас просто купил ключ. Еще озвучки нет. Так. Я все, я ухожу. Можно я уйду просто? Я просто зашел не в тот район. Отстань от меня. А вы не трогайте, не трогайте меня. Так, а что надо сделать здесь? Давай. Помахаемся. Оп. Минус один. Я стал маленько бодрее, короче, махаться. Плохо. Я так понимаю, что мне надо здесь что-то украсть. Ну, не вопрос. Давайте украдем. Вы меня не видели. Кто ты? Тебя кокнуть надо? Ну, допустим. Что мне это дало? Ничего? Вот прям... Прям вообще ничего? То есть я его просто случайно отметил и сам же пришел и убил, да? Нормально. Круто, когда сам себе задание придумываешь. Ну ладно, тут возьмем... Сокровища. Делаю чуть поближе. Что здесь еще интересного? Вот на улице стоит какая-то штучка. Сидит, руку ножом чистит. Вот это развлечение у местных. Там какие-то сокровища на корабле. Тут никого нет. Это не я. Это не я. Нет, тебе показалось. Давай. Кто первый? Оп. 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 Так, раз, два. Классно. Классно, я, кажется, освоился. Все, сейчас буду и всех выносить. О, даже подкат есть. Как это модно. Так. Капец, ты долго падаешь. Почему не у каждого стражника есть какая-нибудь приколюха? А, это просто оружие, да? Ага. Е, переместить. Типа я не могу, что ли, на себя переместить эту... Что это вообще такое?
Короче, он просто берется за нее и все. Ладно, давай. Попробуем забраться с другой точки. Ну, например, вот здесь. По-любому где-то должен быть еще один вход. Может, вот это вход потайной? Ну, своего рода это, да, это потайной вход. Какой странный туалет. А это точно туалет вообще? А-а-а, не, это же не туалет. Хотя похоже. Это, скорее всего, для сброса якоря, наверное. Ну, либо это два туалета у них. Здорово. Пошли купаться, водичка, огонь вообще. Давай. Какой удар у тебя будет первый? Вот и все. Вот и поговорили. Не, контратака с убийством вообще топчик. То махаться что-то там. Прыгивать в сторону, какие-то блоки ставить. Тьфу. Я хочу понять, что это за прикол такой. Е переместить. От себя пытаемся толкать. Стрелочки, может, какие-то надо там? Нет, это мы просто с камерой играемся. Z, кнопочка. Так, ладно, дальше-то что? Ага, дальше мы сюда. Это у нас такой своего рода лабиринтик, да? То есть все, куда он может толкать, это вперед. Ага. Хорошо. А как назад? Блин, что-то я, кажется, херню какую-то сделал. Давай попробуем. Может, ему как-то направление можно давать. F, G, V, B, N, M. M-карта, ну понятно. K, J, H. Да ёпарасоте! Как с тобой тяжело. Ну, это сразу было понятно, потому что твое имя очень сложно запомнить. Ну вот, например, как мне его теперь обратно оттащить? Нажимаешь Z. А-а-а! Я понял. Все. Тут же это. Там написано, что этот чертенок начинает двигаться по направлению, куда смотрит камера. Ага, тут у нас, значит... С отпустить. Так. Значит, мы здесь берем... Эту мы и так уже дальше на себя не оттянем. Поворачиваем камеру, делаем вот так. Вот такой финт ушами. Все, отпустить. Если любишь, отпусти. Так, давай. Эту толкаем вперед, чтобы у нас открылся проход. Отпускаем. Проходим сюда. Сюда. И здесь у нас тоже есть. Это мы маленько тянем на себя. Все, отошли от нее. Идем в эту сторону. А теперь... Я ж тут не пролезу, да?
Так, у меня возникла пара вопросиков. А теперь... Так, тут я прохожу. А боком... Боком тоже не хочешь, да? Угу. Так, и сюда мы как бы не сдвинемся никак. Только в ту сторону можем. Ага. Ну, допустим. И сюда как бы мы уже все. А еще маленько назад. Можно же как-то посерединке поставить, чтобы вот как бы... Да ты, блин, чё такое чёрт-то вообще, я понять не могу. О, бля, буля. Как с тобой бороться вообще, товарищ? Может, просто перелезть через эту штуку можно? Нет, нельзя, да? Так, давай чуть-чуть. Вот так. Пройдет? Ну ты же проходишь здесь. Давай. А, о! Проскочил. Давай. Так, я опять выскочил. Нормально. Отлично. О! Это не баг, а фича. Костюм восставшего зинджа. Главное теперь обратно вылезть. Не хочет вылезать. Так, ладно, давайте встанем. Ребята, я, кажется, в жесткой западне просто... Не мое мне подкинули. Так, ладно, я же сюда как-то залез. О! Нормально. Нормально, давай. Опа! Отлично. Так, давайте. У нас появился костюмчик. Нет. Там слишком эротичный сосок, поэтому я предпочту более классический костюм. Кинжаль. Жаль, что, кстати, кинжал нельзя поменять на меч. Было прикольно так-то. Это типа сокровище. Клевый рисунок. Немного детский, конечно, но в целом... В целом пойдет. Так, ну что, мы тут все собрали, всех кокнули, да? Да ладно. А, ну, блин, отображается как сокровище, но по факту это просто боеприпас. Курочка беседует с нами. А это не является случайно точкой обзора, например? Вот это вот самое место, нет? Не является? Так, тут мы нашли. А это что? А это что такое? Что это такое? Объясните мне, пожалуйста. Еще одна какая-то контрольная точка, что ли? Так, давай посмотрим, что у нас там. Что за жесткий тип? Так, все, вы меня не видите. Оп. Так, надо забрать, что там у тебя? А, все, он упал сразу. Давай. Оп. Внезапно.
Это называется Stealth Section. Stealth Action. Оба! Давай, чё, кто кого? О, нормально. Вот и поговорили. Так, здесь какая-то точка отображается, да? Что ты от меня хочешь? Я не понимаю, что она от меня хочет, что это точка. Здесь что-то важное, что-то нужное. Зацепочка какая-то, как будто бы где-то здесь, может быть. Нет, вообще ничего. Да как так ты, ё-моё, блин? То есть я просто поставил случайно точку на... Ой, нет, ой. Ну там есть отображение чего-то. Что это такое? Что это за слово? Надо поглядеть, где-то в других местах есть такая штукенция. А, это просто... Эх, муха, да блин. Это просто, короче, обозначение. Просто сраное обозначение. Вот верхний порт и точка. Здесь мастерская красильщиков и точка. А то вот без этой белой точки ведь непонятно, что там находится. Это тот самый самурай. Я хочу надрать ему жопу, не знаю, как угодно. В крысу, не в крысу. Так, он меня, кажется, видел. Иди сюда. Кажется, я сейчас опять отхвачу люлей. Люлей кебабов. Давай, опа! Ух ты, писька. Давай, на. Давай. Я не успеваю за тобой. Пердун сраный. Давай. Я готов на. Ну вот опять он меня унизил. Ну, как бы, что я могу сказать? Красавчик. Мне так бесит вот этот вот загрузочный экран. Почему-то он мерцает просто как тварь. У меня сразу начинается подозрение, что вот проблемы с видеокартой или проблемы с монитором или еще что-нибудь. Очковать меня заставляет. Так, ты можешь отвлечь стражников, да? А где стражники? Не вижу ни одного стражника вообще абсолютно. Я бы хотел какую-нибудь зацепку. Ой, эликсир. Но я не вижу ни одной зацепки поблизости. Я вижу плакат. Как мне... Я хочу спуститься и навалять. Давай. Оп. Оп. О, вот это нормально я его. Ты чё? Ты обнаглел? Давай, еще раз. Получи. Все. Вот поговорили. Опа-на. Опачки. Я же тут только что все прошел. Я тут все прошел только что. Смысл тут снова добыча появилась. Не, только не говорите, что у меня вообще ничего не сохранилось. Вот из того, что я тут что-то бегал. Пытался. Ты кто? Почему у тебя какая-то хрень над головой? Что это значит? Как это понимать? Там какой-то тип на меня палит.
Не обессудь, я пока просто тренируюсь. Давай. Я не могу атаковать. Порой эта игра очень сильно тупит. Прям как будто сценка из Mortal Kombat 11. Даже по цветовой гамме и графончику напомнила. Ну, давайте по новой тут что ли у них все заберем. А, наверное, игре просто понравилось видеть, как я тут с этой хренью мучаюсь, да? Так, а если так? Так, мы проходим. Зачем? Так, а то мы можем только назад, да, отодвинуть? Ну вот, допустим, мы ее отодвинули назад. Что нам это дает? Подвинем эту вперед до упора. Ну, больше мы тут, собственно говоря, то ничего и не можем интересного сделать. Эту вот штукенцию мы можем подвинуть на себя. Так, ты где? Вот ты где. Мы ее подвинули на себя, но у нас остается другая проблема. А, ну хотя... Чё ж я тогда протупил-то? Это не проблема вовсе. Все, отпустили. Сюда отошли. А чё я первый раз не догадался? Ну, это... Странно, конечно, да, необычно. Дверь закрыта, найдите ключ от двери. У кого ключ? Кто с ключиком ходит? Ты? Бегаем гуськом по стелсу. Сейчас он медленно упадет в воду. Ну, красиво упал так-то. Тут было даже похоже на эйфорию. Физику из GTA 4. Почему, когда делаешь незаметное убийство, скрытое, все равно повышается уровень розыска? А зачем? Дверь заперта. Ой, так. Возможно, в этом здании находится зацепка. Сейчас посмотрим. Так. Все закрыто на засов. Здесь тоже. А где ключ? Я вижу только кинжальчики всякие. Ну или я опять успешно не нашел вход, который открыт. Да? Нет, нет.
Что такое, блин? Почему у меня не получается найти вход? Мне такие моменты очень сильно начинают бесить обычно. Может быть здесь? Вот у этого чувака, который сидит. Или у этого. Так, может у тебя ключ? Нет? А это что такое там? Какой-то значок был. Говорящий о многом. Так, мы и здесь, получается, не поднялись наверх. Рядом лестница, он прыгает в рыбу. Типичное управление для Assassin's Creed. Типичное, да, вполне. Ничего нового, ничего удивительного. Да, абсолютно. Так, здесь уже были, да? Все двери одинаковые, деревянные, но обязательно какие-нибудь двери будут неоткрываемые. Так, я вижу там какую-то хрень, похожую на щит. Что это такое? Оно исчезло. Оно снова появилось, но в другом месте. Это какой-то супер охранник или что? Так. Я не понимаю, как искать эту зацепку. Стань моими глазами. Чувачок. Может быть, это зацепка? Нет. Музыкант является зацепкой, может быть. Как низко я могу опуститься? Стоит, болтает с кем-то. Ну, короче, я прям не знаю даже. Я в душе не Скуби-Ду, где находится эта зацепка, поэтому пойду просто навстречу. Да, поболтаем. I am with Nur. You knew him, yes? I knew him. Знал, но последний раз, как я увидел, он бежал из города, и за ним гнались. Он жив? Barely. Едва, но он в безопасности. Упрямый ублюдок. What do I call you? Как тебя зовут? Басим. Басим. Very well, Басим. Что ж, Басим, если у тебя клинок побольше, чем этот ножик, возможно, стоит что-нибудь подобрать? Зачем? Ты собираешься на поиски Али? Еще нет. Здесь только половина моих людей. Остальных держат в порту. Дальше по этой дороге. Нас слишком мало, чтобы отбить их силой. Если хочешь уберечь своих людей, действовать надо осторожно. Я пойду скрытно. Твои люди подойдут в укрытие и сопроводят тех, кого мы освободим. Все вы мыслите одинаково, но план хорош. Мазафака. Так, ну ладненько. Давайте выполним это задание. Надо по-тихому все это сделать. Ну, класс. Там уже какой-то чеп входит и меня ищет. А зачем? Я могу куда-нибудь спрятаться здесь. Видимо, не могу. Так, у того самурая
есть ключ. Да, он ушел. Он ведь только что рядом был. Короче, у меня есть хитрейший план. Встать вот сюда и свистеть. И это нифига не сработает. О! Вот ты где. Энкиду недоступен. Почему? Я пытаюсь свистеть, но не получается. Ой, а давайте его утащим отсюда. Так, меня спалили. Давай, иди сюда. Так. Но немного план сработал, прям самую малость. Я бы не очень хотел вот с этой падлой связываться в равном бою, поэтому надо схитрожопить. Так, сейчас мы это сделаем. Ладно, там наверху еще есть противник. Короче, постепенно сейчас мы их аккуратненько одного за другим просто выпилим и все. Так, никто ведь ничего не заметил? Нет? Им вообще насрать. Чё там, с кем там происходит? Кто там орёт? Ну правильно, рации же не было там. Никакой связи. Сейчас они, может, через пару часиков обнаружат, что тут что-то неладное. Но к тому времени уже сами будут мертвы. Так, где у нас в этой части есть противники? Противник есть на крыше. У него хорошая обзорность, поэтому его надо нейтрализовать сразу. Подсветка с человекоподобной фигуркой. Там стоит еще один. Здесь у нас пленный. Ой, ты как меня увидел? Раз и нету. Понял, да? Ты меня понял? Так, ключ я забрал. Правильно? Мне же его не надо на себя таскать. Так, что там у нас еще? Кто у нас остался? Вот этот типок. Вроде больше никого, да? Нормально. Все. Готовчинг. Отпираем дверь. Здорово, тип. Иди к пристани, найди там Беши. Новые указания. При приобретении работников Запада возникли трудности. Пока вопрос не будет решен, мне будет не хватать людей. Отныне всех мятежников, которых удается схватить, оставляйте в живых и держите под стражей. Перевозку я обеспечу. Здоровым и крепким найдут применение, а вскоре после этого избавлюсь от них. Само собой, ваше вознаграждение возрастет. Альгул.
Я читал таким доброжелательным голосом это письмо от работорговца. Потому что... Не знаю, в моменте провелась какая-то аналогия со Сбермегамаркетом и ими, их отмазками там по поводу какой-нибудь задержки по доставке, еще что. Так, это же я прочитал уже, да? Так, давайте поднимемся наверх. Что у нас тут? Угу. Так, ну засов надо открыть обязательно. Пока что вроде без жертв, да? У нас больше нет. Так, я не понял. Это что за чертило такое тут появился? Что за падла? Ты откуда тут взялся? Так, ладно, надо быстрее освобождать повстанцев. Так, давай, беги отсюда. Беги! Опа-на! Чё ты? Спустись уже. Давай. Нет, ты слишком хиленький, у тебя всего один кинжал. Мы можем под водичкой плавать. Ммм, как красиво, прям как дельфин, нахуй. Дельфин нахрен, хотел сказать, да. О! А, да, порой до абсурда доходит. Самый главный эффект внезапности в любом нападении. Так, ну что, мы тут, в общем-то, все зачистили, все забрали. Клинки нам не нужны. Вернитесь к Беши. А где Беши? А, он там стоит. Хоть бы помог, что ли. А, или он отвечал за отправку этих. Эй. Ну так, просто для полного комплекта. Ты, может, вылезешь? Спасибо. Как будто его там спрятал и что-то с ним собрался делать. Ну, например, зашивать ему колото режущую рану. Вот, да. Отлично. Да, ты просто ищейка. Я лишь делаю, что должен. Вместе мы положим конец тому, что терзает этот город. Тебе нужен Аль-Гул, человек, о котором все говорят, но никто не видел. Он отправляет врагов халифа на раскопки в пустыне, заключенных повстанцев, просто работников. Что он ищет, я не знаю. Угу. Люди, схваченные вместе с Али несколько недель назад, были обречены погибнуть в песках. Не Али. Его забрали в другое место. Они нас пометили и разделили. Али был в другой группе. Его хотели допросить насчет тебя и твоих друзей. Можешь показать мне его метку? Что ты задумал? Али и Нур слишком близко подобрались к Аль-Гулу. Он их заметил. Если найдем Али, он поведет нас к Аль-Гулу. Это один путь. Есть и другой. Я отправляюсь на раскопки, куда должны были отправить этих людей. Притворюсь пленником. Ты что, сумасшедший? Просто упрямый. Вот, возьми. Что мне с этим делать? Это знак Хидма. Те, кто знает ему цену, сделают все возможное, чтобы тебе помочь.
Я отправлю этих людей на водяную мельницу в северных поместьях. Это оплот повстанцев. Тебе там будут рады. Мазафака. Рака Макафо. Так, ну... В общем и целом, наверное, на сегодня хватит. Чуть-чуть попроходили, потупили. Вот, надо набираться сил и уже со свежей головой проходить дальше. Поэтому всем спасибо за просмотр. И до следующей части. Пока-пока.